Ну хорошо, веселье, классно. Лиза наступила и упала. Слушай, ты говоришь, заповедная зона, да? Но тут и сейчас же, по идее, должны быть олени, если зима. Да, конечно. Они там, они просто прячутся, да? Прячутся, потому что люди, они вот там вот все. Здесь, ну, можно отсюда заходить, но вообще вот там дальше следующая парковка. Слушай, в 10 минутах от дома, мы даже не знаем. Вот здесь нужно деревья и тропинку. Ну, ходить пешком, да, да. Если идешь по дорожкам, там дорожки, да, 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 да. Везде эти дорожки любые, эти дорожки, там, там ты хочешь идешь. Mm-hmm. Вот так полностью вокруг озера, там у вас в том стороне, там офис и там, ну, так, короче, там красиво, там, там дальше озеро продолжается, там еще есть такое, как называется, не знаю, ну, короче, по-русски не знаю, как сказать. Короче, такая деревянная штука, ты на озеро уже прям выходишь, там скамейки и сидишь, типа, да. И, ну, короче, очень красиво. И птиц тут очень много, птиц разных, змей. Когда ты гуляешь, змеи всякие, короче, птицы. Лизок сдалась. Лизок сдала, ну, жарко. Маленький, на самом деле. Да, да, вижу, вижу. Ключей не боишься? Ты гуляешь тут с собачкой? Ну, я не очень сильно гуляю. Нет, собака тут не засарапана. А, да? Тут заповедная? Они пустят. Слушай, а у нас там вот в Мелани, где водопад был, тоже заповедная зона считалась, но туда прям не ходили с собаками, потому что я... Ну, я один раз в деле пришла. Так она малышечка у тебя совсем. Да, я пришла один раз. Мне как бы с офиса там никто видел, но ждала какая-то бутылка ходила. Значит, она сказала, вы знаете, что с собаками же нельзя? Не знаю. Она так стоит, я дальше пошла. Ну, что, блин, у меня там собака, боже, она там как птичка. Как дела? А надо? Не, может, не будем сдавать, ее оставим. А я думала, что... Девушка-красавица, you okay? Мне кажется, мне надо впереди, а то я больше. Мы перевернулись, я была впереди. А, да? Ты хочешь еще? Да. Со мной или с Кирой? Нет, с Кирой. Кира вперед сядет, а ты сзади. С Кирой, давай, Кира вперед сядет, сейчас твои ноги заберет. Ну что, это круче, чем на склоне? Да. Я в этом году еще грибочку не делала. А тут негде его сделать, сейчас уже все оледенело. Давай быстрее, Кира, кататься хочешь? Давай, давай. Кирочка, ты согрета, не холодно тебе? Я просто думаю, куда еще.